Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Саша, фамилия Высоцкий, мне 5 лет. Я живу в городе Москве. Я занимаюсь студией профессиональной детской студии «Актер». Ну, замечательно, вы выучили все. А расскажите мне о себе, чем вы в жизни занимаетесь, какие игры играете? Ну, мы все и занимаемся, а еще мы уходим на тхэквондо, на плавание, на бальные танцы. А еще мы как бакеты, а еще мы были, где и на него. Да. А на тхэквондо что ты умеешь делать? Что ты уже выучил на тхэквондо? Там надо вокруг. Эй, больно! Вокруг. А еще там надо, ну, когда хлопают, там разворачиваться надо. Так. А что тебе больше нравится, бальные танцы или тхэквондо? Да мне нравится бассейн. А? Бассейн. Бассейн? А в бассейне что вы делаете? Ну, там бросают внутрь воды кольцо, а мы вот так за палочку и вниз, и одно рукой так, а мы достаем кольцо. Угу. Только я достал, а Тёма нет. А почему ты достал, а Тёма нет? А потом потому... Сейчас, Артём, расскажешь. Подожди секунду, Потому что он не мог притязаться. Ну, потом же он научился, правильно? Да. Потом научился, вот. Он мог вообще-то долго без воздуха быть. А я долго-предолго могу без воздуха. Когда я взял, я могу еще притязаться в воде. А сколько ты можешь без воздуха? Без воздуха 4. 4. Давай попробуем. Вот сейчас можешь без воздуха продержаться? Давай попробуем. Я все. А ты? Тоже все? Или нет еще? Все, ну это много получается. Практически ты аквалангист, да? Водолаз такой. Я тоже могу уметь. Займемся, Артем, конечно же, займемся. Хорошо. А что ты можешь мне прочесть? Какое стихотворение? Про Сережу. Про Сережу. Поехали. Ну, мы с мамой так учили, что мы не запомнили с мамой. Мы должны запомнить. Хорошо, в следующий раз ты обязательно прочтешь. Ладненько? Договорились. Давайте похлопаем. Спасибо.